едва раскроем рот, как все от счастья плачут, и знаем наперед, не может быть иначе. С зажигательного выступления актера Александра Шувалова началась литературная гостиная конкурса «Созвездие». Это финал. В него прошло более 100 человек. Думаю, что это будет очень большой скачок всех участников в дальнейшей творческой жизни. Думаю, не только в личной, но и на уровне всей страны нашей. Сам конкурс проводится уже 9-й раз. Его участниками становятся воспитанники семейных центров помощи семье и детям. В этом году свои работы прислало порядка 600 ребят в возрасте от 7 до 17 лет. Их оценивали члены жюри. Каждый год состав меняется, но всегда это известные актеры и исполнители. В первую очередь я буду смотреть на талант. Талант – это самое главное. Глаза. Когда горят у ребенка глаза, даже у взрослого глаза, они сразу же выдают, талантливый ребенок или менее талантливый. Это обмен опытом, это расширение кругозора, если можно так сказать, и вот общая палитра, в том числе эмоций. Я вообще за эмоции. «Созвездие» включает в себя несколько конкурсов. Кулинарный конкурс видеороликов «Мое первое кино», репортажи на тему «Святыни Подмосковья». Также была номинация детского рисунка «Моя страна, моя Россия» и конкурс детской фотографии. Литературная гостиная объединила вокал, поэзию и эссе на тему «Сплоченная Россия». Россия – это мы. Песня про Россию, о том, что наша родина, она очень большая. Я очень рада, что я живу в России. Финальные выступления прошли в Левково. Там же была оформлена выставка рисунков и фотографий. Конкурс дает возможность ребятам раскрыть таланты и показать способности в разных направлениях. Это хобби у меня появилось еще в детском саду. Потом, когда я пошла в школу, меня не брали ни выступать, никуда. И потом, когда я попала в этот центр, я начала раскрываться в своем таланте, и в итоге я начала опять петь. Что это площадка для развития творческого потенциала наших детей. Во-первых, каждый ребенок может показать те таланты, которые у него скрыты, и он боится их продемонстрировать, но мы раскрываем и помогаем ребятам это показать. Плюс ко всему, немаловажно, что дети перестают бояться сцены и выступать перед публикой. В конце устроили награждение, где все финалисты получили призы. Мария Лихобабенко, Владимир Овсяников, Яков Глейзер. Новости Большого округа.